По Диору отдельно. Скорее всего, это будет отдельное видео. И, скорее всего, это будет видео для всех любителей люкса и полулюкса, который продается на территории России, включая парфюмы, косметические средства и так далее. Всем известно, да, что у нас существует некая сеть с французским названием. И очень долгое время вот это французское название, оно действовало магически на обладательниц огромных залежей косметики, вообще косметических и парфюмерных маньяков. Но многие из них, которые были очень-очень зациклены на качестве косметических продуктов, которыми они пользуются, они очень-очень-очень, как бы, им все это очень нравилось, они брали, значит, там накопительная карта. И в итоге многие из них, когда докопались до самой сути, перестали пользоваться этим магазином. Объясняю почему. Вот перед вами Dior, так называемый, да. То есть, когда вы смотрите американскую блогершу, она говорит: «Dior, он такой классный». Потом мы смотрим еще там европейских девочек-блогеров там. Скандинавия, соответственно. И они говорят: «Dior, Шанель, боже, как круто, как смотрится, посмотрите, как блестит». Следующий шаг, вы бежите в магазин, самый к вам ближайший. Самый к вам ближайший магазин, это магазин на букву L. Но их Dior, их Шанель, они в корне отличаются от того Dior и от той Шанели, или Шанель, я не знаю правильно. В общем, не важно. Важно то, что Dior и Шанель, которые продаются в магазине на букву L, не содержат даже идентификационного кода. Что это значит? Любая уважающая себя марка, которая себя, кстати, относит и Шанель, и Dior, значит, вбивается код индивидуальный в каждую баночку. Кстати, к этим же компаниям, между прочим, принадлежит и Oriflame. И там, вбив код на сайте, я оставлю ссылочку внизу, вы сможете проверить срок годности, когда конкретно был выпущен ваш продукт, кем, прошел ли срок годности, не прошел ли он. В общем, понимаете, да, о чем я? Так вот, перед вами Dior, купленный. Давайте проверим. Упаковочка дорогая, типа стекло, надпись, мы видим, что это Skin Fluid 12, совершенно бестолковая SPF, Dior. Дальше, вот, и, собственно, все. Нет идентификатора, вот, сколько ни смотри, то есть все это без комментариев, это просто без комментариев. Я сейчас прямо не буду далеко отходить, покажу вам сравнение. Вот так выглядит код, вот так выглядит вот этот самый разъяснитель, да, на русском языке, что это за продукт, где кто годен до, смотрите на упаковке, да, до 17-го, между прочим, года, то есть все нормально. Здесь в приобретении в магазине на букву L нет ничего такого, нет срока годности, нет идентификатора. Из чего мы делаем вывод, что крем, он не, это самое, это залепа, короче. Это красивая, милая, симпатичная залепа под известный бренд. Да, это все работало, безусловно, может быть, в дикие 90-е, когда было не достать, не купить, когда пышным цветом расцвел сетевой маркетинг. Но, девочки,
Да, как бы сейчас уже 21 век на дворе, все пробивается вообще только по запросу в поисковой строке любой поисковой системы. Вам все выдадут и все расскажут, все покажут и все объяснят. И уже как бы я покупаю в магазине на букву L Alley. Кстати, по поводу Alley. В Алее присутствует идентификатор. То есть вот один из Алеев у меня заканчивается буквально вот в этом месяце. Ой, вернее, сори, через год. Через год ровно закончится его срок годности. И вот второй. Сентябрь 17 года. Нет вопросов, потому что хотя бы соблюдены какие-то внешние моменты, по которым мы приобретаем вот этот продукт. Поэтому смотрите, вам не 5 лет, вы не наивные дети откуда-то из-за полярного круга, которые живут в, не знаю, там, в тундре, да, в чуме, у них нет интернета, там, я не знаю, или вы там где-то недалеко жили, там, в предгорье Алтая, да, с семьей Лыковых, и вы не знаете, что такое мобильный телефон, вы не знаете, что такое интернет. То есть как бы уже хватит быть наивными идиотками, хватит переплачивать за залепую непонятную мешанину какие-то бешеные деньги. Анечка из Бельгии. Дорогая Анечка из Бельгии. Понимаешь, в чем дело? То есть та Шанель и тот Диор, который ты покупаешь у себя в Бельгии, это не вот этот вот адский замес, который продается здесь, который не стойкий, на котором нет идентификаторов, понимаешь? И когда я говорю, что я не буду это брать, я не говорю, что это плохо. Я просто вкладываю в это немного другой смысл. Вот. И все, здесь нельзя любить люкс. Где я живу, нельзя любить люкс, потому что здесь нет люкса. Здесь есть только катанка по цене люкса. То есть как-то раз я сделала покупочку, там минус 40 или минус 50%, и Анюта мне написала где-то в социалке, типа, у нас нет таких скидок. Так у них без скидок это стоит столько, сколько здесь со скидками. Мало того, что оно у них настоящее, так оно еще и стоит столько, сколько здесь с 50% скидкой. Вот и вся разница. То есть $20 там стоимость, вот там $20, там 20 евро стоимость этого косметоса. Здесь, в Сибири, это уже давно за 1000 перевалило рублей. Еще по осени, еще когда не было вот этих скачков долларов и евро. Поэтому, девочки, я это открытие сделала. Ваше, не знаю, мнение, ваша задача вообще просто разобраться, что происходит. Опять же, то, что покупаете вы в корнере в Москве, в реальном официальном корнере MAC, либо в реальном официальном корнере Chanel, либо Dior, это вы берете одно. В городе Ангарск Иркутской области, в городе Усолье-Сибирское, либо Черемхово, тоже Иркутской области, там, не знаю, где-нибудь в Ихарит-Булагатском районе, в Бурятии, это другие Шанель, Диор, но только по цене выше, чем вы берете в Америке, либо в Европе. Вот такое вот косметическое разводилово. Я не могу уже просто больше молчать, реально, я уже одевала приличное лицо. Есть марки, которые, допустим, Inglot, допустим, Atelier, это то, что не катают в Китае. На них можно обращать свое внимание, потому что они торгуют, у них прямые продажи, открываются их, есть прямые продажи с московского официального сайта. У меня в друзьях, кстати, есть Дмитрий Калинкин, который прекрасно обладает всеми знаниями касаемо косметики Inglot. Если он смотрит это видео, Дмитрий, огромный вам привет. Вот. А вообще, как бы, смотрите, чтобы вам не впаривали катанюгу по цене выше, чем люкс в Европе и в США. Не будьте идиотками, пожалуйста. Надеюсь, я была вам очень полезна. Всего хорошего, пока.